Сотрудники дорожной полиции продолжают привлекать к ответственности автолюбителей, не имеющих права оставлять свои машины на парковках, предназначенных для граждан с ограниченными физическими возможностями. Больше чем за 10 лет часть обычных шоферов так и не научилась уважать тех, кому жить реально труднее здоровых людей. Сейчас ввели и новые законодательные меры в этой истории. Правда, наказывать лукавых водителей начнут только с января будущего года. Вы, пожалуйста, устраните, да, правонарушение свое. Вот, переставьте транспортное средство, я пока составлю административный протокол. Давайте без протокола. Ни в коем случае. Вы допустили административное правонарушение, я буду вынужден составить протокол. Неужели устраните нарушение, переставьте, пожалуйста, машину, чтобы инвалиды могли поставить машину. Нарушать границы дозволенного в курортном районе стали меньше. Однако проблема с заниманием парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями, гражданами, не имеющими на это права, все еще существует. Бдительный контроль и профилактические мероприятия со стороны сотрудников дорожной полиции призваны искоренить данное правонарушение. Имеют место быть случаи, когда граждане занимают парковки для места, отведенные для парковки транспортных средств, которые управляются либо перевозят инвалидов. В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводится профилактическая работа. К административной ответственности привлекаются водители, которые совершают данное нарушение. В отношении них составляются административные протоколы об административном правонарушении. Данное административное правонарушение предусматривает штраф в размере 5000 рублей, а также эвакуацию транспортного средства на штрафстоянку. Чтобы избежать наказания, ушлые водители устанавливали знак «инвалид» на свой автомобиль, не имея на это фактического права. Однако благодаря нововведениям в закон в 2018 году отныне данное правонарушение будет пресекаться на корню. Также имеет случай место быть, когда водители незаконно устанавливают на транспортные средства знак «инвалид» для того, чтобы у них появилось преимущество и возможность постановки своего транспортного средства на место для инвалидов. Для исключения подобных ситуаций 4 сентября принято решение правительством о том, что знак «инвалид» будет выдаваться медицинскими учреждениями при наличии оснований для выдачи инвалидности. Данный знак будет именной, так называемый именной. В нем будет отражено, кому он выдается, на каком основании, срок действия, а также на транспортное средство, которое выдается данный знак. Тем не менее, до 1 января 2019 года сотрудники дорожной полиции не будут требовать предъявить именной знак. Данная отсрочка сделана для того, чтобы граждане с ограниченными возможностями успели их получить в медицинских учреждениях.